ভয়ম দ্বিতীয় অভিনিবেশতঃ স্বাদ ঈষাৎ অপেতস্য বিপর্যয় অশ্রুতি তন্মায়ায়া অত আহুয়ত্বম ভক্তৈক এষম গুরুদেব তাত্মা। ভয়ম দ্বিতীয় অভিনিবেশতঃ স্বাদ ঈষাৎ অপেতস্য বিপর্যয় অশ্রুতি। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর Prabhupada told, if I seek the path leading to the absolute good, then I must ignore the countless voices of popular wisdom and listen only to that of the realized soul. Śrīśīla Bhakti Siddhānta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если я ищу путь, ведущий к абсолютной истине, то я должен игнорировать бесконечные голоса мирской мудрости и слушать голос только самосознавшей себя души. И вот Шрила Прабхупад говорит, я должен принять прибежище у такой великой личности, кто может даровать мне несомненное духовное благо. Я должен принять прибежище у такого вайшнава, кто может даровать мне несомненное благо. Я должен... не просто какое-то благо, именно наивысшее благо, и не меньше. И поэтому я должен подойти, приблизиться к такому саду, к такому гуру, кто никогда не идет ни на какие компромиссы, ни с чем материальным, к тому саду, который никогда не идет ни на какие компромиссы с материей. Поскольку чистая преданность, чистая преданность, она не может идти на компромиссы с чем-то, что не связано с этой чистой преданностью. И поэтому чистые преданные, они никогда не идут на компромисс с ложной бхакти. Чистые преданные, они никогда не идут на компромисс с какой-то ложной бхакти. Они не могут этого потерпеть. Настоящие чистые преданные, они те, кто по-настоящему чисты, они никогда не идут ни на какие компромиссы относительно севы и сиддханты. Будьте внимательны. Многие так называемые гуру, они могут дать вам много всяких материальных удобств и прочих возможностей. Они могут дать вам деньги или еще что-то, но чистые гуру, чистые преданные садгуру, они никогда не говорят таким образом. Вчера я говорил о Джадабхарате. Точнее, он еще вчера мы говорили о нем как Бхарат Махараджа. Он еще не родился как Джадабхарат. И вот вчера я говорил о том, что Майя-деви, она настолько сильна, она в любой момент может принести нам проблемы. И вы потеряете весь ваш баджан. Ваша саньяс, врата, брамачари, врата. Все вы можете потерять под влиянием Майи. Майя, она настолько сильна. Вы не можете спасти себя. И вчера я также говорил, это только возможно, если вы примете прибежище у лотосных стоп настоящего садгуру, по-настоящему примите прибежище. Если вы сможете принять прибежище у чистого преданного, у садгуру на 100%. И поэтому я начал с этой шлоки.
Vayam dityo vinivishatahasat ishat apetasya viparijaya asrati tan mayaya ato avayatvam bhaktaika esham gurudevatatma. You will have to take shelter of a Sadguru in such a way. Вы должны принять прибежище у Садгуру таким образом, что если весь мир будет гореть в огне, но все же вы не оставите вашего Гурудева. Если весь мир будет поглощен огнем, но все же вы не оставите своего Гурудева. Кто-то может давить на вас, угрожать, что если вы будете верить своему гуру. Но откуда приходит этот страх? Мы всегда боимся. Мы боимся за какое-то богатство, за какие-то деньги в банке, за жену, за наше положение в обществе и социальный статус. Мы боимся. Мы боимся того, чтобы кто-то может занять наше положение, что мы великий саду, у нас есть наше положение, наш уровень, и мы боимся того, что кто-то может занять наше место, а чистые преданные никогда не думают об этом. Если весь мир оставит их, то все равно они, такой саду, он не оставит своего Гурудева. Об этом говорит Шрила Прабхупад. Если весь мир будет настроен против меня, все же я никогда не оставлю моего Гурудева Парамахамсу Срештху Шрилу Гуркишвардас Бабаджи Махараджа. Я не могу прекратить говорить об этой абсолютной истине и стоя под зонтом лотосных стоп моего Гурудева, я буду продолжать говорить об абсолютной истине. Может быть, вы все оставите меня, но я все равно буду говорить об этой абсолютной истине. И это такая решимость такого чистого преданного. И если у нас нет такой решимости, если нет цели в нашей жизни, я могу сказать тогда наверняка, что вы не сможете достичь успеха. Полностью вы должны отдать себя лотосным стопам Садгуру. И тогда, если вы начнете баджан, если вы сможете следовать полностью наставлениям Садгуру, и тогда, возможно, вы сможете развиваться дальше и достичь лотосных стоп Верховного Господа, чтобы обрести вечное служение. Это не значит, что если кто-то говорит вам какую-то ложную философию, то есть то чувство, которого у меня нет, я не могу его вложить в ваше сердце. Если у меня этого нет, как я могу дать это вам? И поэтому Гуркишвардас Бабаджи Махарадж говорит, не идите туда, в Навадипу, на ту сторону, не слушайте ту харикатху, что там говорят. Почему? Он говорит хорошую харикатху. Everybody crying. Все плачут. Rolling down on. Они катаются в пыли. Bumi. На земле. Don't go there. Но не идите туда. You hear that kind of harikatha. Не слушайте эту харикатху. Why, Maharaj? Почему, Махарадж? Why you are speaking like that? Почему вы так говорите? Они что, разве не вайшнавы? Шрила Гуркишвардас Бабаджи Махарадж говорит. There is not bhakti. Там нет бхакти. There is not pravachan. There is not harikatha. Это не харикатха, как не харикатха, они там говорят харикатху, нет. There is no harikatha. Там нет никакой харикатхи. Only in the name of harikatha. Только под именем харикатхи, под именем Бхагаватам говорят про деньги, деньги, деньги. Только об этом они говорят, что правда, да, вы не можете понять, если вы пойдете туда, вы потеряете все, что вы уже обрели. Что правда, да, и настолько строгие Шрила Прабхупад и Шрила Гуркишвардас Бабаджи Махарадж, Шрила Бхакти, он такой, они настолько строги, а мы очень удачливы, что
они находятся в нашей наставнической преемственности. Шрила Бхакти Прагьян Кеша Госвами Махарадж приводит такой пример, что у нас есть какой-то земельный участок, мы его решили засадить какими-то семенами, и вот вы садите их, поливаете, свет светит, солнце, достаточно воды, воздуха, и постепенно эти семена прорастают, но если вы глупы и не сможете защитить эти растения, то все, Кеша Госвами Махарадж говорит, нужно поставить какой-то забор, чтобы никакие козы, быки или прочие не пришли, не сожрали все ваши проростки. И если вы будете заботиться о этих растениях, и тогда, и только тогда вы можете надеяться, что в будущем у вас будет какой-то урожай, иначе нет. Будьте внимательны. И также в нашем баджане мы слушаем Харикатху. Мы слушаем Харикатху, следуем Экадаши, я знаю. Но мы совершаем также парикрамы. Но почему мы не обретаем силу? Какая же причина стоит за этим? Почему мы не обретаем силу? Почему я был очень строг, что если вы утром, в 3 утра не встаете, то не нужно приходить ко мне. Это моя милость вам. Вы не можете туда подумать, что Махарадж бессердечен, но это моя любовь, это моя настоящая любовь. Вы все подобны моим детям. Я хочу защитить вас всех в этом мире, чтобы вы смогли совершать настоящее преданное служение. И смотрите, что происходит здесь. Я тоже говорю, вы уже слышали вчера, Бхарат Махарадж, он великий царь, настолько могуществен. И он оставил все подобно испражнениям. И когда он совершал, пришел в Пулахашрам совершать баджан. Это место в Гималаях, в Непале. И там он начал совершать баджан. Он почти достиг успеха. И вот он совершал баджа, но как майя напала на него и начала беспокоить. И он начал чувствовать, что ему важнее защищать олененка, чем заниматься медитацией на Верховного Господа. Это такова майя, как это возможно. И таким образом Бхарат Махарадж, он начал совершать баджан. И его концентрация переключилась с баджана на оленя. И это очень опасно, если вы несерьезно относитесь к своему телу, к уму, к баджану, то вы потеряете все. И вы должны быть искренне, серьезны, пунктуальны, энергичны, поскольку без энергичны, что вы, без энергии, что вы можете делать? И также в шастрах, в упанишадах говорится, вот эта шлока, что те, кто слабы, они не могут обрести Верховного Господа. Как? Что мы слабы, можем поесть какой-то еды и стать сильны? Нет, я не говорю об этой физической еде. В другом обществе, ну, есть такие миссии, типа Рамакришны и прочие, там говорят, что если не есть мясо и плоть, и яйца, то как можно обрести силу? Но это просто глупо.
И в шастрах описывается другая сила, наям, атма, балахинена, лабдья. Это значит, что если у вас нет силы, вы не можете обрести Господа. И что это значит? Не значит, что вам нужно питаться нечистой пищей. И в этом случае имеется в виду без силы гуру и вайшнавов. Вы должны совершать киртан каждый день, каждую минуту, каждую часть секунды. И Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. Вы должны совершать киртан. Если вы прекратите совершать киртан, в этот момент вы падете. Будьте очень внимательны. И поэтому и это значит без читбола, без такой духовной силы, духовной поддержки гуру и вайшнавов Баладева Махараджа, вы не можете совершать баджан. Если вы не получили полную милость вашего Гурудева, может быть, люди говорят, что вы очень высоко находитесь, что даже Джагадгуру могут вас считать, но это не шутка. Весь мир может принять вас как Джагадгуру, как гуру всего мира. Вы можете быть обманщиком, но никто не знает. Но Верховный Господь, вы не можете одурачить Верховного Господа, Он знает все. Когда весь мир я видел много раз, во Вриндаване также можно найти, пойти в Мадхуван перед этим. Там такой ашрам есть, майявадский. Я не буду называть их по имени, это не мое. Не хочу, но я не хочу их критиковать, я хочу защитить вас. У меня нет времени на критику. И вот перед Мадхуваном, и там майявади, они все мантры раздают, и тысячи людей, подобно идиотам, сидят и слушают эти мантры. И тысячи паломников ходят за ними. Они говорят, что Джагадгуру такой, Джагадгуру сякой. Джагадгуру можно найти такой термин в словаре, что подобно учителю всего мира значит. То есть такой термин можно только в словаре найти, но практически, если у вас нет милости, как вы можете опознать? Отличить Джагадгуру от мошенника, если весь мир примет вас как Джагадгуру, но а Верховный Господь и Майя, они просто смеются. И Верховный Господь говорит, вы идете туда, но я не могу найти его имени в моем списке, его имени еще нет в моем списке. Но вы уже все говорите, что он садгуру, но в моем списке нет такого, а вы поклоняетесь ему, подобно глупцам. Но это ваше право, у вас есть независимость, вы можете заниматься тем, чем хотите, идти куда хотите, что я могу сделать. И вот смотрите, вчера я говорил о том, об этой опасной ситуации. Бхарат Махарадж, он был настолько искренен, настолько силен, но из-за Майи, он, влияние Майи, он потерял свой баджан. Вчера я рассказывал об этом. И вот однажды он обнаружил, что олененок не пришел в ашрам. Любой, кто приносит нам какое-то наслаждение, это наша Боги Васту, это Джоши Цанга называется. Любой объект, который приносит нам наслаждение, я имею в виду, я наслаждаюсь этим объектом, значит, это Джоши Цанга. Не
У нас не должно быть ни капли, ни склонности, никакой склонности к наслаждению. Мы должны думать об Верховном Господе, Нитянанде, о Гауранге. И это более чем достаточно, чтобы Шри Рада Говинда, Божественная Чита, они были довольны нами. Будьте внимательны. И сейчас время кончилось, но этот олененок вам так и не приходил. Бхарат Махарадж, он беспокоится, что делать, куда идти, как найти, может быть, какие-то тигры его съели, или он упал куда-то с горы, я не знаю, что случилось с ним. И таким образом он беспокоился, и постепенно он так очень был обеспокоен и отвлекся от баджана и начал думать об этом олененке, и поэтому я начал с этой шлоки, то есть он начал бояться, вот эта шлока, с которой я начал, не говорится, почему вы боитесь, почему Бхарат Махарадж начал бояться, поскольку его внимание, оно ушло с лотосных стоп Шри Кришны на олененка, и поэтому он начал бояться. И когда ваше внимание, оно ушло на какую-то постороннюю цель, отличную от Кришны, Верховного Господа, то тогда, несомненно, вы будете бояться и будете беспокоиться, это должно случиться, вы не сможете избежать этого. Будьте внимательны, очень внимательны. И вот сегодня та ситуация, в которую попал Бхарат Махарадж, он боится, поскольку он, ум, его ум, он отвлекся от лотосных стоп Верховного Господа, и он начал плакать, что я такой жестокий, я не мог позаботиться об этом олененке. И поэтому, может быть, какие-то тигры или еще кто-то съели его. И передо мной мать этого олененка, я видел, что она умирает. И после этого, может быть, по милости Верховного Господа, я должен заботиться об этом олененке, но я не смог исполнить мои обязанности. И поэтому сейчас я не могу видеть его передо мной. Может быть, он уже умер, я потерял его навсегда. И так день за днем он плакал, куда же пропал этот олененок, и он очень привязался к нему. И много раз я говорил, с такой случай. Один маленький мальчик, 2-3 года, его отец отправился в Бутан, и там из Бутана он привез собаку какую-то, очень красивую, пушистую. И этот мальчик, он привык жить с собакой все время. Даже если он идет в школу, но думает о своей собаке, чем она занимается. И таким образом он развил привязанность к этой собаке. И однажды, когда он пошел на экзамены, и служанка собралась забрать его домой и говорит: «О, Раджу, your pet dog Tommy is no more here in this minute. He's dead. Твоя собака умерла уже. He couldn't realize what you не мог понять, что значит умерла. Dead is not a word.
Но он еще... Смерть — это не слово, смерть — это чувство. Если у вас нет такого чувства смерти, то что бы вам ни говорили, вы не поймете. Вот ребенок двухлетний, если ему сказать, что ты умрешь, то он ничего не поймет. И поэтому, когда этот мальчик вернулся назад, смотрит, что собака лежит на каком-то мешке, но поскольку уже собрались выкинуть эту собаку в мусор, и он зовет эту собаку, собака не отвечает. И после этого, когда эта собака, ее выкинули из дома, то этот мальчик начал плакать: «Вы забрали мою собаку». Я не хочу ничего есть, я хочу сначала мою собаку, и после этого я возьму, могу что-то есть. И вот он начал поститься, и вопрос, кто ответственен за его болезнь, за болезнь этого мальчика, за его беспокойство. Отец, глупый отец и мать, что они позволили, ну, подарили эту собаку ему, то есть из-за них он попал в эту ситуацию. И вот они консультировались с докторами, что случилось, поскольку мальчик стал сумасшедшим из-за этой собаки. И таким образом, не каждый может чувствовать, что нет ни врагов, ни друзей в этом мире, мы полностью независимы. Мы полностью свободны во всей этой Вселенной. Наш единственный Господь — это Гурудев Вайшнава и Верховный Господь. А других настоящих друзей у нас нет. И в этой шлоке подтверждается. Я говорил же об этой шлоке. И в очень опасной ситуации мы находимся. Никто не может осознать, все хотят доказать, что мы совершаем баджан, но кто будет возражать вам? Вы можете делать баджан на свой собственный вкус, но я сказал уже, что до тех пор, пока вы не находитесь под руководством Гуру и Вайшнавов, то невозможно достичь успеха в вашей жизни. Мы хотим контролировать это общество и прочее. А Шрила Прабхупада говорил, что это акула, это препятствие для нас, нам и преданные. Мы хотим быть под контролем Верховного Господа и Его спутников. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он выражает такое чувство в своих киртанах: «О Господь, знай наверняка, я Твоя собака, а Ты мой Господь». Любая ситуация, в которой бы я не находился, я всегда доволен, поскольку единственное, что я хочу, это служение Тебе. Я хочу обрести служение Тебе. И поэтому, смотрите, Бхарат Махарадж, он потерял весь свой баджан. Какую плачевную ситуацию он попал. И вот он уже должен был оставить свое тело, но он все сожалел, думал об этом олененке. И во время смерти то, о чем вы думаете, вы обретете это. И поэтому Бхарат Махарадж going to get the journey, and он родился как олень. И Бхарат Махарадж начал плакать. Now Бхарат Махарадж crying and speaking. И говорит, что говорит. Бхарат Махарадж now speaking. Бхарат Махарадж говорит. Татрапи хо ватмано мригатто каранам.
Bhagavat Aradhano Samihanu Bhavenanu Smritya Vrisham Anutapaman Aho. Now when he took the form of Adyadevi, then he could realize, because the previous, you know, Sriti, he could remember everything what happened in my past life. И вот когда он родился как олень, он смог вспомнить свою прошлую жизнь. Он смог осознать, что случилось в прошлой жизни. И Джатишвар это называется на санскрите Бенгали. А на английском мы говорим, что он мог вспомнить свою прошлую жизнь. Tatrapi hova atmano migotto karanam Bhagavad aradhano samihan bhavena anusmritto Vrisham anutappaman aho. 28. 8th chapter, 28. Oh, he was very sorry, he was crying day and night. Oh. И вот он очень сожалел, плакал день и ночь, что, о Господь, я попал под влияние твоей майи, и я потерял мой баджан. Я совершал такой великолепный баджан, и тут майя. И день и ночь он сокрушался. Он жалел и ждал следующей жизни, следующего рождения, что опять он сможет совершать баджан должным образом. И этот Харин, олень, имеется в виду Бхарат Махарадж в форме оленя. И вот он мог вспомнить все, и он отправился в то самое место, где он совершал баджан в Пулахашрам. Он ел какие-то сухие листья и траву, принимал омовение в реке Гандаке и ждал то время, когда придет, чтобы он мог оставить свое тело. И он день и ночь плакал и молился Верховному Господу: «О Господь, я совершил ошибку, и какую ошибку я совершил в моей жизни». Aho kastam bhrashto aham atmo batano pathad yat vimukto samasta sangasso vivikto punyaranno sarano swatmo bato atmani sarvisham atmanam bhagavati vasudeve tadanu savana manano kirtannara dhananu smaranabhi yogena Asunno sakalo yamena kalena samavishitam samahitam krasneena manaspat tu bhunar mamabu mamo abudhasya ratmigo sutaha monu parisus susravaha. Now the holocausto, big, you know, pain I am not getting. I'm now getting. Aho kasto vrashto aham atmo batanu pathad yad vimukto samasta sangasya vivikto punyaranyo saranasya atmo vata atmani sarvesham atmanam bhagavati vasudeve jadanu sravanam javanu jadanu sravanam manano Sankirtanaradhananu smaranabhi yogena asunno sakalayamena kalena samavishitam samahitam krasnena manastvattu punar mam avudasya arad mrigasutam anu parisusrava. Oh, Supreme Lord, I was getting so much chance. Верховный Господь, у меня не было дана возможность совершать баджан. Я был в таком возвышенном месте. Я был один. Я всегда думал о Верховном Господе. I was doing Savan Kirtan very nicely.
Но как случилось так, что такая ситуация произошла в моей жизни, что я побежден, я встретиться с такой ситуацией, с Майей. О Господь, когда же Ты можешь помочь мне снова? И вот он ждал, чтобы оставить свою жизнь, оставить свое тело, и каждый день омывался в реке Гандаки, в этой чистой реке, и ждал. И пришло время, пока он ждал, и по милости Верховного Господа он оставил свое тело в реке Гандаки. Это Кали Гандаки настолько чиста. Все шалограммы, которые у нас есть, они из этой реки Гандаки происходят. И все шалограммы, они оттуда происходят. Это обет Верховного Господа. He is cutting in the form of one, you know, big, you know, small element, like, you know, I cannot speak, how I can speak. He is cutting with his very sharp teeth, cutting, you know, the stone and making the sila. He is Supreme Lord Himself. In the form of shalagram we are getting. По милости Верховного Господа вот эти... Шалограмма, они там только происходят, появляются. И после того, как он оставил свое тело, Бхарат Махарадж, он явился в семье. Вот описывается. Vidyana suyatmo jnanananda yukto shvatmo sadrishya stuto silacharo rupo darja guna nabo so darja angaya babhubhu mithunancha javiya syam bharyayam. What does it mean? И что это значит? Some nice Brahmin family. И в одной прекрасной брахманской семье Ангира. Now this is dear baby. I'm in the Bharat Maharaj. Now coming in the family, Brahmin family was just high class family. They are having all the 12 qualities. И у них были все 12 качеств брахманов. Santosa, titiksha, prasaya, everything. How so elevated family? So now. И вот этот брахман, у него было две жены. Одна жена чуть не случилась, а вторая жена. От второй жены он Бхарат Махарадж родился. That Brahman is very pure Brahman, very nice. Always doing, studying, finance, everything nice. Его отец был прекрасным браманом, он совершал аскезы, жил согласно наставлениям Писания, лет, но Джарабарат, он решил ни с кем не общаться. Я не буду общаться ни с кем. Джарабарат с самого рождения, он принял такое решение, ни с кем не общаться. И поэтому Джада Бхарат, он вел себя как сумасшедший. Crazy man, you know? There's no brain, he's mad, pagal. No, no, brain not working properly. Father wanted to give perfection to the boy, so that in near future he can learn something. Что-то узнать о ягьях, пуджах, и чтобы смог ходить по разным местам и, ну, и поддерживать себя такими ритуальными действиями. То есть все ритуалы — это обязанности брахманов, и поэтому отец пытался
его как-то научить с самого детства, начиная, вот Ачаман показывал, как совершать ему. Сказал, дай тебе, ты совершай Ачаман. А он наоборот делал все. Ну, еще он показывал, как нужно делать, а Джадабарат он не делал. И этот отец хотел дать ему Гайтри, о Омкаре, о... Как, откуда это слово «Ом» происходит? Как его значение и прочее, он хотел научить своего младшего сына. Но долгое время он пытался снова и снова, а он не учился, скажем так. И отец он начал беспокоиться, поскольку уже ему пора умирать, и что случится с моей семьей, с моим сыном. И вот он думал о нем, и однажды отец он умер, и Джадабарат он остался один, не было никого, кто бы о нем заботился. Отец умер, мать умерла, и его братья, они жили в доме, они очень умны были, они решили никак не заботиться о нем. As a useless, let him stay where they. On the contrary, they wanted to misuse him. They wanted to misuse him as a labor. No, его братья, собственно, только тем занимались, что только эксплуатировали его и все. Вот отправляли его в огород смотреть за, охранять огород от всяких быков, ворон и прочего. Кардам. Кардам, you know, кардам mean to make the field proper. And after cultivation done, water, after the some starring should be done so that if you bow sheet, it can grow very nicely. So this kind of labor job. Огород перекапывать посылали его, ну такую простую работу ему давали. И Джадабарат он не. Он просто вел себя как сумасшедший, чтобы никакие проблемы не приходили в его жизнь. Он был совершенно не заинтересован ни в чем, что приходило в его жизнь. Он не общался ни с кем. И таким образом постепенно эти старшие братья, они его whimsically, sometimes going here and there. Hey, come here. I have some job. This luggage you will have to take there. Like just like labor. Ну, использовали его просто как рабочего. He is doing without any question. Why? Why can I do this job for you? А он ничего не спрашивал, просто молча делал и все. Если его кто-то что-то просил, он просто делал. And is not expecting any kind of salary. И даже не ожидал никакого зарплаты либо каких-то денег за свою работу. Просто. Но если кто-то его кормил, он принимал еду, собственно, и все. So gradually, you see, is growing up in this way. Whole body, neck, almost this scope is there. Only this. И вот он ходил практически голый. No clothes, nothing there. And you see the skirt. У него было только каупины, священный шнур и все одежды. И вот этот священный шнур, он. Show the skirt that I am Brahmin. Он уже очень, как сказать. What he used to do? He used to put this, you know, this skirt here. It is, you know. А он еще не хотел
чтобы люди думали, что он браман, и поэтому он этот священный шнур носил, повязанный вокруг пояса, не как обычно носят, а вокруг пояса, чтобы его не видно было. И вот Бхарат Махарадж, когда и как он, и что он делал, вот, описывается Бхагаватам, когда он родился как браман в этой браманской семье. If I make mistake again. Он очень был обеспокоен тем, чтобы не совершить ту же самую ошибку, что совершил в прошлой жизни. И вот Шукадев Госвами говорит. मनसा विदधत आत्मनो प्रतिघातम आशंकमान भगवत अनुग्रह भगवत अनुग्रहेण श्रीतो स्वपूर्व जन्मावली बलियात्मोनम उन्मोतो जडांदो बदीर स्वरूपेन दर्शयमा श्लोकस्य नवम नाइन्थ चैप्टर थ्री श्लोक तत्रापि आई मीन देयर आल्सो And in the Brahmin family, when he took birth, tatrapi sajanos sajanos sangacho risham uddijamana. He was very anxious about, you know, unknowingly if I go for some association. He was very dangerous. Because I meet today, Vrisham uddhijyamano bhagavataho karma bandhyo vidhyamsano savano smarano guno vivarano charana ravinda jugalam manasa vidadat atmanaho pratighatamasam kamano bhagavat anukruhena anusnaito sapurvo janvyavaliyatmanam muko मत्तो जड़ांद वधिरो सरुपेन दर्शय मासलोकस्य वेरी नाइस सो ही टुक डिसीजन एक्सिबिट принял решение вести себя как сумасшедший. This way, father gone, who is going to take responsibility of this crazy boy? Не было никого, кто бы о нем заботился, его старшие братья не. Им не было до него никакого дела. И Падаргон, Питари Упарате, Хатару, Инам, Атат Прабхава, Вида, Старья, Видяя, Мива, Парджабусита, Матаю, Но, Паро, Видям, Джарамати, Рити, Вратур, Ону, Сасану, Нирвангят, Нябритчатсван. They took decision not to waste money and time for this, you know. They couldn't realize the influence of Balaji Maharaj. Они не могли понять величие Бхарат Махараджа. И говорится, когда отец умер. Бхатаро инам this Balaji Maharaj инам атат прабхавит старья виддаямева परजो होशित मतयो मानी दे थॉट इज रियली क्रेजी они думали что он на самом деле сумасшедший они не могли понять его величие Бараджи Махарадж Джарабара so what he is used to do at present but he is very crazy like madman you see he also used to exhibit himself in such a way Сача пракитвайр дипад пасубхи урунматта жаро вадхиро мукетия вивасвамано яда тадну рупани прабхавати кармани ча карджамана паричая кароти виштито вито нато ва жачайя жадричая бопо садитам алпам баху мриштам каданьям вябхявахати व्याव्यावहर्ति परम नेन्द्रियो पितीर निमित्यम् नित्यो निवृत्तो निमित्यो सौसिद्धो विशुद्ध्यानुभावानंदो
Сватму лавади гаму, шуко дукчайор дандо, нимиттайор асамбхави то диха виманаха. Сача пракитир дипадо пасубир, унматто жаро вадхир мукети абивашман. Just like a animal with four legs. И он вел себя подобно животному. Если кто-то давал ему какую-то еду, он ел. Если кто-то просил что-то сделать, какую-то работу, он делал. Не просил ничего взамен и не надеялся ничего получить. И что случилось? И зимой или летом он ходил в одной одежде, в одной каупине, этой священном шнуре, уповите. Ивана Британго Пино Санхананго Стандило Сангвишанама Амарданаманджо Сараджаса Махамони Ривано Ривано Видякто Брамварчасо Копота Прито Коти Рупобитено Урумошина Дияти Рити Брамбанду Рити Сангая Атадж Атаджагьон Джана Абамато Вичичара Ситошно Бато Варшишу Вришо Ива Анам Брисо Ива Анам Британга Брисо мин Окс Брисо значит Окс They are always, they are not, you know, Быки. No cloth there, подобно no быкам они Ситошно Бато Варшишу ходят без одежды. Его анабрита анго, and his body is very stout body. No tension, so his body is, you know, just like a liver man. Его тело было как у тела, очень мускулистый был, очень красив. So people think it's liver. Люди думали, что он рабочий. I so powerful all the time, no blanket, nothing, no sweater. Но поскольку он ходил без одежды, он был закален и спал просто на земле. Just like a big jewel, if you cover up with just какой-то драгоценный камень покрыть пеплом или какой-то пылью, как долго можно его так сохранять? И таким образом смотрите. And with us, you know, skirted, you know, in west here. Nobody can understand who is he. Now one day what thing happened? You see. Из-за того, что он носил свою уповиту на поясе, никто не понимал, кто он. И однажды Пурушо пасум аловата паттакама. Is number 12. First I told 10 number, number 10. Before I tell number 9, everything, all gradually. So this way, one Vrishabhati mean was like just thief, dacoit. Однажды один разбойник, не разбойники организовали Кали Пуджу, Бадра Кали Пуджу. Why? Почему? Because he has no children. Поскольку у них не было детей. He is going to worship Бадра Кали. И они собирались поклоняться Бадра Кали. One beast was there. И нужно было принести в жертву какое-то животное. In front of Devi, he wanted to slaughter. But by chance that Pashu, that beast somehow, воле случая это животное куда-то убежало. Somehow that beast is flying somewhere. A whole night they are searching, but not getting the beast again. И всю ночь они искали, но не нашли. So where to go? How to move? И что делать, как это будет совершить? Because no beast is there. Поскольку нет жертвенного животного, где его взять? И их главарь разгневался, и животного не нашли. Нашли человека, который сидел на каком-то стуле из бамбука. И вот он сидел просто, и они, когда посмотрели на него, они поняли, что он глупец.
И давайте его заберем и приведем к нашему главарю. И вот они привели его, сказали, животное не нашли, вот, вот нашли вот этого животного, он как бы человек, но животное. И мы можем его предложить Кале, очень хорошо. И вот они, Бхарат Махараджа, но перед этим они его омыли, они натерли его тело маслом и поставили красные тилаки на него. И вот они, Бхарат Махараджа, они привели к Бхадракали, чтобы принести его в жертву, для поклонения ей, чтобы она была довольна ими. И вот что случилось, когда они были готовы. All in the, they arrange, you know, rice and chapati, give to eat. Мы они его накормили до этого, он поел. И вот Джадабарат он ничего не беспокоился никак. Джадабарат он совершенно не беспокоился, почему я попал в такую ситуацию, Господь, что я сделал плохого. И вот они начали играть на барабанах, чтобы начать калипуджу. Абисичахатина басаса чадду бхушана лепо срак тилака диви рупаскритам бхуктавантам дхупо дипа малло лажо кисалаян куро фалопахаро петая пайшаса сангстая махата гита стути мрданго пранаго гхошена ча пуруша пошум бхадра кальяха пурото уповешая масу. И что они делают? Праная свам сва бидхина абисичча ахетен маджи абисичча ахатена басаса ачхад. They arrange all his fooding, lodge, everything with new cloth. Вот они его омыли, накормили, переодели в новую одежду, одели точнее. Они умастили его маслом, потом какой-то рактачанда нанесли на него. То есть те, кто совершают тамасическую пуджу, у них особый чандан из крови какой-то, красный, как кровь. И вот они готовы были, играли уже на барабанах. Аргито стути мрданго пранава гошена ча пуруша пашум бхадра кальяха пуратахо уповешьямасу. They take in front of Бхадра Кали and put his head there. И вот они посадили его перед Бхадра Кали, уже и собирались отрубить ему голову, и он не возражал ни капли. И после этого что случилось?
Тат брахма бхутасья сакшат брахма рши шутасья нирвайрасья сарва бхута сухидаха сунаям опи анупа матам алаванам тадупа лабья брахма тежасати дурвишахена дандаджаманена бапуса сахаса уччачато сайво деви бхадракали. И вот это Бхадракали, она Вайшнави. Кали, она внешне выглядит как Дурга, как Кали, но на самом деле она Вайшнави. И вот Бхадракали очень разгневалась, что вы делаете. Он великий преданный, они хотят отрубить его голову. Для меня как я могу это потерпеть? И Бхадракали, она из, этих, из этого каменного божества. На Курукшетре видел это Бхадракали, ее божество. Давно достаточно, может, 20-25 лет назад, не помню когда, она большого размера, и та самая Бхадракали, которую Джада Бхарату хотели принести в жертву, и эта Бхадракали, она, как сказать, явилось божество из, из этого Мурти, и она забрала оружие, оружие у разбойников и начала отрубать им голову. И начала головы этих разбойников. Kicking from here, the Dakini Jogini, all his parshad kicking was there. And after cutting head, Mataji taking the head and drinking the hot blood. Отрубила им голову, она начала пить их кровь. Это описывается. Hot blood. Горячую кровь. Yes, very nice. Очень такая лила красивая была. Бхадракали. Но она в форме тамаса находится, когда Деви, она принимает форму тамасика рупу, для нее это естественно. Не думайте ничего лишнего. Обычные люди, они не могут понять ее настроение. И вот всякие мусульмане, ну, наши братья-мусульмане, они спорят с хинду, я не хинду, не муслим. И вот они спорят, что ваша, вы поклоняетесь этой обнаженной женщине, это глупо, в смысле кали, то те, кто совершает кали-пуджу, они с ними спорят, вы поклоняетесь какой-то обнаженной женщине, как можно, но они не знают ответ на этот вопрос. Если они спросят у меня, я могу ответить, это мата, наша мать, она не обнаженная. Вы просто видите ее как обнаженную, но не обнаженная. Я могу ответить это нашим братьям-мусульманам, почему так? Поскольку это Пракрити, все творение, она есть наша мать. Матаджи, и описывается, что у нее есть одежда, и что это за одежда? Диквас. Это 10 направлений, 10 направлений, север, восток, запад, юг, и их между ними направления, они действуют как одежда. И почему мы тогда видим ее как обнаженную? Но нет, если вы идете, хотите одеть одну одежду, если в одежде какой-то муравей, понимаете? Вот наша мать хочет одеть какую-то одежду, но внутри одежды муравьи. И этот муравей видит, что она обнаженная, но наша мать не обнаженная, она в одежде.
Но с точки зрения муравья, который находится под одеждой, он видит ее как обнаженную, понимаете? И таким образом, это, Кали, наша Пракрити, она не обнаженная. И когда Шанкар Бхагаван, он дает ей такую обязанность заниматься тамагуной, то как можно говорить, что она в таме находится? Она не находится в таме, она просто делает вид, что там находится. Если пойдете к Вайшнава-деви в Гималае, они не предлагают никакой ереси, ну, никаких нечистых вещей там в Гималае. И эта деви, она очень разгневалась, Бадракаль разгневалась, и это божество раскололось, и она вышла из него и начала рубить им головы. И вот она отрубала их головы, как мы рубим деревья бананов с такой легкостью. И описывается, что там происходило. И вот там описывается. Тато утпатто папиясам душтанам брисаланам тенайвасина биббифрасишнат галат сравантам астрик асавам отиушно. Бхаджан, галат сравантам астрагам, бхаджан, галат сравантам мастрик асавам отиушном шахо ганено нипьяти панамад Мадавилхала Учистарам Сапаршади Сахаджагьяу Наната Ча Виджахара Ча Кундукали Сира Кундукали Вигая. Деви become very angry. Вот Деви, она очень разгневалась. Она взяла оружие и начала отрубать им голову. И что описывается? Их шея, после того, как она трубила им головы, кровь начала брызгать из их обрубленных шей. Начала течь из их обрубленных голов, она начала ее пить, и после этого, ну, как она напилась этой крови, она опьянилась, она начала смеяться и петь. И после этого Сукадев Госвами говорит, знайте наверняка, очень важно знать наверняка, что те, кто против чистых гуру вайшнавов, это очень великая сиддханта здесь, я видел в моей собственной жизни, я проверил. Те, кто делают что-то против чистых гуру и вайшнавов, их жизнь, она вся разрушается. Те, кто оскорбляли Шрилу Бхакти Валлабху Тирта Госвами Махараджа, те, кто оскорбляли Шрилу Сагар Госвами Махараджа, я видел, что с ними случается в их жизни.
они если даже какие-то старшие оскорбляли его, я хотел как-то вмешаться, но у меня нет права, поскольку старшие там были. Я ничего не говорил, но видел, что впоследствии с ними случилось. Но если меня кто-то оскорбляет, я не беспокоюсь. И говорится здесь, эвам эва халу махат махат авича махат авичарати крамаха краснена атмана фалати. И вот Шукадев Госвами говорит, если кто-то оскорбляет чистый гуру вайшнав, то это оскорбление возвращается назад в форме великой опасности, и человек, он вынужден пасть. Описывается в шастрах так. This kind of insultment can come inside in your life. И вот это оскорбление, оно вернется к вам в форме великой опасности. И поэтому никогда не оскорбляйте гуру вайшнава. Будьте очень внимательны, очень осторожны. И вот в 10-й песне Джада Бхарат говорит, он спасен Бхадракали. Они не смогли его убить. И вот Джада Бхарат даже не благодарил Верховного Господа за то, что он спас его. Ну, спас так спас, бывает. Он так беспристрастно относился. А в 10-й части что случилось? Это в Вришалпати случился случай какой-то. И Ракхуганом. А сейчас вот и вот Шукадев говорит. Микку татастати таткулапатина сивика бахуку пурушанни пурушаннишани шамай пурушаннишани нишани шамай дайвену посадитаха садиявараха упалабдья ишо пива джуба санхану нанго гукарабадбум гукарат гукаратбадбурам Бадхурам Бхурам Малам Мити Пурво Вишти Грихито и Сахо Грихито Бачен Прасовам Матадарахо Убаху Сивикам Са Махану Бхаваха Атхо Синду Саувира Патер Хуганаса Бражато Микхус Татас Тамаджи Микхус Микхус Татас Тате Микхюм Матьяхас Тате Таткула Патина Сивика Бахако Пурушан Нишане Шана Самае Дайвену Пасадитаха Са Диджавара Упалабдья Ешо Пива Джуба Санхана Нанго Гокхадо Вадбудам Бодум Алам Ити Пурва Вишти Крихитвай Саха Грихитуха бхаджан прасавам атадарху убахо сивикам са маханубхава. Джада Бхарати Махараджи маханубхав, great personality. И вот Джада Бхарата, он великая личность, и однажды Ракхуган, он думал о себе как о царе, он шел в дом к своему гуру. In Shivika means planking, you know. Ну, шел, имеется в виду, сидел на паланкине, а слуги его несли. И внезапно нужно 4 человека, чтобы нести паланкин. И один заболел.
И они не смогли дальше его нести и начали искать кого-то, кто мог бы помочь, они, конечно, заплатить могли бы, но никого не находили. И вдруг внезапно видят, Джада Бхарата сидит сильный, здоровый, крепкий, вот можем его занять, иди сюда. В общем, дали ему... Сказали нести вот паланкин, но он не, совершенно не был приспособлен для этого. И в то же самое время, когда паланкин идет, когда они несли, то Джада Бхарат, он всегда думал, чтобы не наступить ни на каких муравьев или жуков. И если какие-то насекомые там были, он их обходил, и поэтому их... И вот этот царь, сидящий на паланкине, он разгневался. Почему ты так плохо несешь? И все начали говорить: «О, царь, что делать? Вот этот новичок, он не может с нами идти, и поэтому мы не можем плавно нести твой паланкин. Мы тут ни при чем». И царь начал говорить, как следует нести паланкин, чтобы не шатался он. И после этого Джада Бхарат, он опять начал идти. Но все же он опять обходил насекомых, и поэтому не смог идти в такт со всеми. И начали говорить. Мадхунаива ниджукта йопи, на друтам бриджати анена сау, бодбу муха байам, парой хамити, на анена сау, бодбу муха байам парой. На самом деле мы идем очень плавно, но вот этот новый человек, он не может с нами в такт идти, и поэтому ты страдаешь из-за него, что делать? И Шукадев Госвами говорит: Бхавитум Архати Нисчитто Нисамьо Крипано Бачу Раджа Руху Гану Упасито Бриддо Йопи Нисаргено Балаткрито Ишат Уттито Маннур Абипашто Брахмо Тежасам Ято Ведасам Миво Раджаса Бритам Матирахо. Number 5, 10. First I speak number 1 sloka, second sloka, fourth slope and fifth slope. Actually, when you are, when you are not committing any, когда вы не совершаете никаких оскорблений, it's okay. Это хорошо. You are not making any mistakes. Вы не совершаете никаких ошибок, это хорошо. But you are, но among them. Если вы среди тех, кто совершает ошибки, вы сами не совершаете никаких оскорблений и ошибок, но если вы находитесь среди тех, кто совершает эти оскорбления, то эти оскорбления все равно будут влиять на вас. И я говорил уже о том, о Гошти Баджане. Гошти Баджан значит, он может быть успешен, когда вы совершаете баджан совершенным образом, и все, кто с вами, они тоже в том храме, где вы живете, они следуют тем же правилам и предписаниям, данным Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакурам и Шрилы Гурудевам, и тогда все будет хорошо. Но
Такого совершенства мы не можем ожидать, поскольку много обусловленных душ приходят в храм, они живут, находятся в храме, чтобы учиться. Мы можем дать им хорошо возможность учиться, но это не значит, что все должно быть плохо. И тот, кто пришел новенький, он как бы все сразу узнает. Чтобы те новые, кто приходит, они не совершали ошибок, нужно, чтобы все остальные не совершали ошибки. А если все остальные совершают ошибки, чему же он научится? Как вы обретете успех, если в храме есть один хороший преданный? Это подобно тому, как в госпитале одни больные, нет доктора, то смысл. Ну, вот в газетах иногда пишется, что в деревенской больнице там нет докторов. Но полно больных, кто же их лечить будет? И также в любом духовном, в любой духовной организации должна быть некая великая личность, которая отвечает за свои слова и действует согласно его наставлениям. Да, может, новенький кто-то пришел, он болен, мы можем его простить, но это не значит, что все должны делать все неправильно. Это наше, и все это распадется тогда. И какое же условие данное Шрилы Прабхупады? В храме должен быть доктор. И пациенты тоже. И эти пациенты, они должны следовать советам доктора. А кто доктор? Доктор — это самосознавшая себя душа. У кого, если у доктора, то нет самоосознания, это такой полудоктор, это не доктор. Он может убить вас просто. От неосторожности, от незнания он никакой не доктор. Как человек Кешав Госвами Махарадж говорит, что полуистина — это не истина, это ложь. И также такой доктор наполовину, он не настоящий, нам целый настоящий доктор. Настоящий врач нужен. И что тогда случится? Шрила Прабхупада говорит, что мы должны лечиться, мы должны следовать его наставлениям. Если есть такая великая личность, настоящий святой, то все обусловленные души, они могут совершать баджан, может, какие-то ошибки совершают, они могут их как-то загладить. Вчера что-то не сделали, сегодня это доделают. У них будет возможность изучать и продвигаться не значит, что все делают, что попало, и падают. И в гости баджане, если кто-то совершает ошибку, вот, например, в пудже, он внутри храма находится, совершает пуджу, делает одни ошибки в своей пудже, и тогда вы все будете страдать от этого. Например, те, кто поклоняется, он совершает пуджу, у него какой-то роман с какой-то женщиной завязался, но не знает, он поклоняется в храме, но должным образом не поклоняется, какой-то ерундой занят больше, чем поклонением, и вы страдать все будете. И если, например, вы ешь санги, вы готовите для готовите на кухне, потом это предлагают Кришне. Кришна это не принимает, поскольку какой-то идиот готовит, он это не принимает, и ничего хорошего не случится от этого. Поэтому те, кто заведует храмами, не должно быть никакой политики, никаких споров, очень строгие правила и предписания. Мы должны следовать Шриле Прабхупаде, Шриле Бхактивинода Тхакуре полностью. И также есть позитивное там. Почему мы не должны уходить в уединенный баджан, а в гости баджане, если мы находимся, Шрила Бхактивинода Тхакура пишет в своем киртане, что мы в одиночку мы не можем обрести силу. И вот в храме у нас есть возможность получить общение с возвышенными преданными. С утра мы смотрим арати, кланяемся вайшнавам, получаем благословение от них, но будьте осторожны о ваших оскорблениях. So you see, sansargi ko dosho eva nunam ekasyapi sarvesham
sansargikanam bhavitum arhati. It is written. If you are not going to make any mistake, если вы не совершаете никаких ошибок, но вы в команде находитесь, которая совершает одни ошибки, то вы страдать будете от этого. И таково Сиддханта здесь описывается. Нунам эко свапи сарвешам сансаргиканам бхавитум архати. Then the king became very angry. Hey, вот царь очень разгневался. Ты исправь себя, иначе я накажу тебя. И Джада Бхарата ничего не ответил. Very silently he is carrying. И вот он нес. Как-то этот паланкин ничего не ответил, и снова опять то же самое случилось, и этот царь начал возмущаться. Я накажу тебя, ты не слушаешься меня, невнимательно исполняешь мое указание, ты вообще кто? Your health is not good, huh? Ты видно болен. Он начал шутить над ним. Хотя он вроде очень силен был, а царь хотел подшутить над ним. Ты что, болен что ли? Ты слаб и поэтому не можешь нести. Я сейчас слезу и накажу тебя, и тогда ты быстро выздоровеешь и сможешь нести паланкин дальше. Или устал ты, может быть. И вот он начал шутить с Джада Бхаратом. That Brahman, Jara Bharati Maharaj, not giving answer. Jada Bharat ничего не ответил. After this, и because for Jada Bharati Maharaj, never too much. Его никогда не было ничего слишком много. For Jara Bharati Maharaj, Jada Bharat, it is never too much. Никто не мог его довести до какого-то плохого состояния. Даже если вы хотели убить, ему было совершенно все равно. И вот когда этот Ракуган начал его оскорблять, Джада Бхарат, он не был доведен до какого-то состояния, что он разгневается, поскольку Джада Бхарат, он великий преданный, он хотел благословить этого глупца и начал. So that's why, поэтому этот Джада Бхарата, он начал говорить таким образом. Now Jarabharati Maharaj speaking. Tayoditam vyaktam abhipralabdham bhartur same swat jodi virabhara gantur jodi swat adhigam madhya. Пивети расуна видам правада столям касам вядхаю адхаюсча куттида бхайам калирича джарача нидрарути маннур рангхо мадхо сучо дхена ятасахи мена санти. О, Раджан! О, царь, ты говоришь так много вещей. Тайодитам бьяктам абхипрарабдхам бхартурса ме свад джадивирабхара. You are expressing false ego that you are king. You are actually master, I'm your servant. Ты думаешь, что ты царь, я мой господин, а я твой слуга. Это очень глупо. Хотя люди думают таким образом, но самосознавшие себя души никогда не думают, что это мой слуга, это я его господин и прочее. Это просто какое-то название, какой-то титул. Если кто-то получил какое-то звание в этом мире, это просто название, ничего больше. Be careful. You are the DIG, police department.
Вот вы стали каким-то начальником полиции или президентом Индии, или премьер-министром, или каким-то доктором, или адвокатом, или министром, но что толку? Это просто название. Даже если кто-то муж чей-то, кто-то жена, это просто название вечно, оно не будет никогда. Ситуация поменяется, вы можете в новой ситуации оказаться. И поэтому кто может говорить, что ты царь? О, царь, ты хочешь доказать, что ты царь, а я слуга? Но иногда ты шутишь. Но это мировоззрение может быть только у глупого человека, который ничего не знает. А те татвагьяни, они никогда не думают таким образом, что вы женщина или мужчина, они никогда не думают таким образом. Кто-то старый, кто-то молодой, поскольку в Гите говорится. И вот когда вы, ваша одежда она изнашивается, рвется, вы можете выкинуть ее и купить новую. И так же случается в вашей жизни. И жажда, голод, усталость, слабость, все это случается с материальным миром, с материальным телом, но не с душой. О, царь, ты споришь со мной, но я не гневаюсь, но смотри, это болезненность, слабость, гнев, голод, жажда. Все это может случиться только с материальным телом, но не с душой. И будь уверен, что я не тело, я душа. Как? Ты не тело, не Джада Бхагават говорит, ты посмотри, я выгляжу как сильный человек, но я душа, я нахожусь в таком тонком теле, но ты думаешь, что я в материальном теле, у меня есть материальные качество, и ты говоришь так. И другой аргумент, о царь. В десятой главе, следующая шлока, о царь, я другой пример привожу. Если я сумасшедший, ты много раз говорил, называл меня сумасшедшим, то, о царь, например, я действительно сумасшедший, если ты побьешь меня, и какой же результат будет? Мое сумасшествие только увеличится, если вы побьете какого-то сумасшедшего, толку не будет, поэтому твое отношение ко мне, оно несовершенно. И, например, ты будешь относиться ко мне как к телу, я докажу тебе, что я душа. И вот этот аргумент очень прекрасен. Например, второй аргумент, если вы хотите понять, что я душа, у меня нет ложного эго, но так или иначе я как-то нахожусь в этом теле и в этом случае. All
Billions of people staying here, they are busy with Artha and Paramartha. У меня нет Артхи и Парамартхи, а другие миллионы людей, которые находятся в этом мире, не только этим и заняты. А если я Парамахамса нахожусь в тонком теле, то мне не нужна ни Артха, ни Парамартха. Если ты будешь бить меня или еще что-либо делать, я ничего не потеряю и ничего не обрету. Что я потеряю, что обрету от этого, мне совершенно неинтересно. И поэтому, о царь, все время ты совершаешь ошибки, думай над том, что я говорю тебе. Иногда ты шутишь, что я очень слаб, что ты не можешь нести этот вес. И вот Джада Бхарата начал говорить: «О царь, подумай снова и снова. Если я докажу, что у меня нет тела, но все же ты можешь найти, что вот твое тело и этот паланкин, она на твоем плече, и ты вынужден нанести его, исполнять мои указания, но поверь мне, я получил это тело от природы, мое тело, оно создано из пяти элементов. И вот ты видишь теперь это тело, состоящее из пяти элементов. От Пракрити, от природы я получил это тело, состоящее из этих пяти элементов. Я взял их от природы. И поэтому, если я смогу доказать тебе, что these five elements get distorted reaction and this physical appearance I can prove. Actually, it is not my body. Превращаются. This physical appearance, you see. Они как-то взаимодействуют между собой, и таким образом мое тело из них произошло. So you want to prove that I am a separate man? I have my right to carry. А ты хочешь доказать, что я кто-то отдельный и должен тебя тащить? You are sitting on. Смотри. О, king, you are now sitting on the ты сейчас сидишь на паланкине. You are also и ты тоже состоишь из этих. Пяти элементов. Первый элемент. Ты тоже проявление земли и прочих пяти элементов. И ты сидишь на паланкине. А паланкин это тоже он из дерева, он тоже проявление природы. Пяти первых элементов и у царя. Ты теперь подумай, кто на кого давит. Ты сидишь на паланкине, паланкин тоже вес имеет, и паланкин, и все это давит на мои плечи, эти плечи давят на ноги, а ноги давят на землю. И в физике говорится, что это давление. Оно на землю в итоге передаются. И кто тебя несет на самом деле, это земля. Ты хочешь доказать, что ты господин, но ты тоже результат взаимодействия пяти первых элементов. И теперь это ты сидишь и думаешь о себе как о царе, но душа, она как во мне, так и в тебе находится, и вес, и куда вес должен передаться. Смотри, ты, царь, сидишь на паланкине, паланкин давит на меня, я давлю на землю, и таким образом это все земля нас несет. И в итоге мы можем доказать, что все, весь всю тяжесть он несет Анантадев. И вот так, и таким образом, если разобраться, то Шешанак, он нас поддерживает весь вес
на нем. Никогда не пытайтесь оставить Анантадева, подружитесь с ним. И тогда вы сможете выбраться из этих проблем. И вот после того, как он это выслушал, он был очень ошеломлен, что он великий пандит. Он саду. И Рогоган, он спрыгнул с своего паланкина. И он пал к стопам. Этого Махапуруша, Джада Бхарата Махараджа, кто ты, пожалуйста, скажи мне, я совершал ошибки все время, я не знал об этом. Это очень тонкое знание. И кто ты, пожалуйста, спаси меня от оскорбления, осознанно или неосознанно. Я совершил оскорбление, я не мог осознать, что ты самосознавшая себя душа, и, пожалуйста, прости меня и спаси. И он пал к лотосным стопам Джада Бхарата. Биварси сутрам катамо абдхуто касяси кутратто ияти касма кхемайо насчет оси нота сукло 16. Кастам, who are you? Гурос чараси диджанам биварси сутрам катамо абдхуто. You actually абдхут. И ты на самом деле абдхут. Where from you are coming? Откуда ты пришел? I was very sorry to speak all rubbish against you. Я очень извиняюсь, что говорил неприличные вещи тебе. Састханам гатасьями биру чикиситена артхо киян бхавата сикшитена стабду праматтасача пиштопеша. Пиштопеша мир? I was speaking all rubbish. Now you are the only man who is showing light to me. Вот ты единственный, кто показал мне свет. Now I'm asking, who are you, please? Я спрашиваю, кто ты? Расскажи. Very secretly, you are Avadhut. Ты Avadhut. You know, very secretly, you are traveling on the earth. Ты путешествуешь по этой земле. И ты у тебя, я смотрю, есть священный шнур. Но ты Avadhut, я не мог осознать это. Откуда ты пришел? Какая же, кто же ты на самом деле? How you come here? Как ты пришел so сюда? So that we arrest you and engage you in this. И что мы, они взяли тебя и заняли в ношении паланкина? Ното сукло. Уто. И а что здесь сукло? Сукло мин. Сукло значит. Санкхя йог wisdom мин. Копил. Копила дал санкхя йогу и. Actually a копил. Oh, Dattatreya, who you are? Или Дататрея, кто ты? Ты в этой скрытой форме путешествуешь. У меня я совершил великую ошибку. Прости меня, иначе я умру. Никто не может спасти меня. Кася сикутратто иха пикасмар, хемайо насчед осино то сукло. After that he is crying and speaking a nice plakati. Be careful, all life. Говорить такую сиданту, слушайте. Настар кусулад наджамо саднандят, нагнар кусомо, нагнар кусома нилавит тапастат, санке вришам брахма кула бумана. Those who are doing having false ego for them is very golden слока. Есть ложное эго, это такая золотая шлока. Помните ее. Лучше вернитесь домой, но не совершайте никаких
ошибок здесь, вы можете быть спасены в какую-то жизнь, а если вы будете совершать оскорбление, то Майя-деви, она просто скинет вас. И вот он говорит. I don't fear the thunder of Indra. Suppose Indra going to kill me. Палец Индра, если Индра убьет меня, то я не боюсь. Нахам бисанге сурораж вайрат. Сурораж means Индра. Сурораж значит Индра, царь небес. Если он кинет свою палец в меня, то я не боюсь. Когда Шанкар Бхагаван, он со своим трезубцем он пошлет какие-то беды на меня, я не боюсь, или Ямарадж. Агнидев, его я тоже не боюсь. Или полубог воды. Или воздуха. Если они захотят убить меня, то я не боюсь. Но я боюсь, когда случайно осознан или неосознанно Брахман или Вайшнав оскорблен мною. Будьте внимательны, когда осознанно или неосознанно, когда чистый Вайшнав, Саду, Гуру, Вайшнав или Брахманы, они как-то оскорблены мною, я очень боюсь этого, поскольку в то время я не могу жить больше. Много раз я говорил уже, помните? Это прекрасная Сиддханта. И здесь it is also written описывается, that the sun, что on sky you can find, солнце на небесах can burn up, burn me up. The scorchy sunlight in the month of Vaishak and Jyeshtha, может сжечь нас. Scorchy sun. И вот в месяце Вайшакхи Джештху очень жарко, солнечный свет, огонь. И вот, например, огонь, если вы ребенок, вы не, огонь не будет думать, что вы ребенок, не знаете, вы все равно обожгетесь. Вы можете помнить в четвертой песне, я объяснял эту шлоку, любые повреждения, раны на вашем теле, можно вылечиться, излечиться от этого, но нет. Избавление тем, кто совершает Вайшнава Апарадхи. Нет никакого прощения им. И вот Вайшнав, он больше, чем Бог Солнца. Вайшнав, он более могущественен, чем Агнидев, Господь Бог Огня. И в шастрах это описывается. Your Brahman and Vaishnava is more powerful than sun, sun god, more powerful than, you know. Don't try to make any mistake. И не пытайтесь совершать никакие ошибки. Naham bishanke suraraj vairag nastar kusulad na jama sadanya nagnar kusomo nilavita pastar shanke virsham Brahmukulavamana. Now, you know, и сейчас Джадабарат, они плачут и приводят такой аргумент: «О Господь, прости меня, если ты не простишь меня, я потеряю всю свою жизнь, все». И так он просит Джадабарату о прощении, и Джадабарат говорит: «О, смотрите, с сегодняшнего дня я смотрю,
ты говоришь как пандит. И до сегодняшнего дня я смотрю, ты говоришь как пандит, но ты не пандит, ты глупец. И Джада Бхарат говорит, Бадашьо то нати видам баришто но сурайохи вевхараметам татто вамаршено на сухаманти. You actually speaking like a wise man. Ты говоришь как мудрец, но ты не мудрец. Everything depends upon this time. Все зависит от времени. Today you are getting this kind of honor. Сегодня ты получаешь это уважение, почет, а завтра потеряешь все. А кто царь? Насколько долго ты царь? Никто не царь, не мужчина, не женщина, ничто. Все это ложные отождествления. И я советую тебе, о Рахуган, ты можешь служить чистым преданным гуру. Я дам такое наставление. Now, и вот сейчас Джада Бхарата говорит, о царь, я дам такой совет, иди и служи чистым гуру вайшнавам саду, и тогда ты будешь спасен, иначе нет вопроса о твоем освобождении. И вот после того, как он выслушал так много советов и наставлений из Писаний, Джада Бхарат, он привел много примеров из Писания. Если обсуждать каждую шлоку, это займет долгое время. И Рахуган начал плакать. Он начал говорить, я был настолько страдал от ложного эго, я неосознанно совершил оскорбление твоим лотосным стопам. Кто простит меня, кроме тебя? Ты Махавадания. Ты очень милостив, а я невежествен. И прошу тебя, прости меня. И Рахуган говорит, с сегодняшнего дня я не буду совершать никаких ошибок, но кто знает. Мы видели долгое время, давно, во время моего гуру Махараджа, какой-то сумасшедший ездил туда и сюда. Но я думал, что он не сумасшедший, но видно, что он полон сознания, просто вел себя как сумасшедший. Не беспокоился, но потом его не видел после этого, и кто может сказать, что случится, как Ваманадев, он явился к Бали Махараджу, какой-то маленький браман, кто он, какой-то шутник, кто знает, кто он, и поэтому лучше я не буду никому отвечать, ничто. Никому я принял решение с сегодняшнего дня. Я не буду никого оскорблять, никаких женщин, мужчин, мальчиков, детей, пожилых, вообще никого. Поскольку кто может знать, кто пришел в их форме? И вот Рахуган начал плакать и говорить. Намо намаха карно виграхайо, сарупо тучикрта виграхайо. Намо абодхута дижаванду линго, нигура нитьяну бхавайо тувьям. Джара майартасьо ятхагадам, сват нидхагадагдасьо ятхахимамбо. Ah, very nice.
Namo Namaha Karana Vigrahayo Sarvatuchikrita Vigrahayo Nama Vadhuta Dijavandu Lingo Nigura Nityanu Bhavayo Tubhyam. Who can see who is coming in front of me in this Abadut base like a beggar? И кто, like кто знает, кто пришел ко мне в форме Авадхута, и лучше я буду кланяться всем. Я выражаю почтение всем тебе и всем остальным. И когда ты встретишь меня, о Гурудев, и ты Гурудев Ракуган, он принял решение принять этого Махабхагавата Джада Бхарат Махараджу как своего Гурудева, поскольку только Гурудев он может дать нам открыть наши глаза. Что, кто может дать нектар для наших глаз, чтобы мы обрели настоящее зрение. И вот, когда я встретил... И вот, когда я встретил тебя, я чувствую, что я нахожусь рядом с солнцем. Я не вижу никакой воды вокруг. И если кто-то меня... Да. Подобно тому, как в пустыне, там одно солнце и нет воды. Если кто-то даст нам холодной воды, то тогда, если кто-то вам там даст просто денег, то сначала нам надо воды все равно, деньги, как, что с ними можно сделать в пустыне. So now this kind of argument, you know, given. Вот этот аргумент приводится и после. That you know, Jarabharat, you know. Jarabharat. Again, Jarabharat giving nice kind of argument. Duryodhan crying and speaking this way. Вот Ракхуган он плачет из смирения, когда его ложное эго ушло, он говорит, поскольку он встретился с чистым преданным, с возвышенной душой, как Джада Бхарат Махарадж. И когда бы вы не встречались с какой-то великой личностью, я имею в виду Саду Гуру и Вайшнавы, то тогда и только тогда вы можете избавиться от своего ложного эго, иначе это невозможно. И только тогда вы можете избавиться от вашего ложного эго, когда вы встретитесь с чистым преданным. Но можно надеяться, что вы встретились с великим преданным, с Бхакти Прамодом Пури Госвами Махараджем. А почему наше ложное эго не ушло? А причина в том, что мы не подошли со всем сердцем к Шиле Бхакти Прамоду Пури Госвами Махараджу через общение с чистым преданным. Несомненно, все ваше ложное эго, оно уйдет. А почему это не происходит? Потому что вы не совершаете настоящую садху-сангу. И для вас нет никакой... То есть вы не можете принять это как следует, и поэтому благо не обретается. И подобно тому, как вы принимаете яд, то вы отравитесь, а если принимаете нектар, то и последствия будут нектарные, независимо от того, знаете вы, что это нектар или яд. И вот Джада Бхарата, он великая личность, и Ракхуган, он пал к его лотосным стопам. That's why Jarabharat Maharaj speaking. И поэтому Джада Бхарат Махарадж начал говорить со смирением. When I meet you, hear you. When I hear you. When I have the scope to hear your Harikatha, argument. И вот когда мне есть возможность слушать твою Харикатху, тату Сиданту, все мое ложное эго уходит. Again speaking Jarabharat Maharaj, Harugan. Actually, any amount of astuti and finances. О, Ракхуган, любые аскезы. Is not just sufficient. Этого недостаточно. How, here, Ракхуган? This is most important slogan. О, Ракхуган, это самое важное слово. Number 12.
12 адхай, слока, номер 12. Руху ганаиста тапасан яти, наче джая нирвапана грихадва, начанда сану ивожала агни суржой, бина махат падрожо висекам. И до тех пор, пока ты не примешь омовение в пыли с лотосных стоп Гуру Вайшнавов, у тебя не будет такого шанса, и вы можете стать по-настоящему успешными. Но когда вы совершаете тапасию долгое время, арчану, тапасия теджа, теджа, это значит арчана, поклонение. Ванапрастха, вы можете принять отреченный уклад жизни или домохозяина, неважно, главное, что вы следовали всему. Но никакие аскезы, никакое поклонение полубогам, посты или еще что-то, изучение вед, ничто не может дать вам настоящий успех, ничто не может сравниться с поклонением Гуру и Вайшнавам. Нет ничего, что мы, чтобы могло сравниться с этим. Все бесполезно до тех пор, пока вы не примете прибежище у лотосных стоп Гуру Вайшнавов и не примете омовение в пыли с их стоп. Ноче джая нирвапанат грихадва, ночандаса наива джалагни суржай, бина махат падраджо вишекам, ятраттама сока гунан вада, прасту яте гама ката вигата, нишабьяманам манудинам, мамукшар матим сатим, Ячхати Васудеве. 13. Ятроттама срока гунан вадаха, прасту яте грамма ката вигата, нишевьямана манудинам, мамукшараматим садим, ячхати Васудеве. Ятроттама срока гунан вадаха. When you have the chance to hear the glories of Supreme Law, и когда у нас есть возможность слушать о славе Верховного Господа, когда вы слушаете Харикатху от возвышенного преданного, от Парамахамса, то тогда никакие материальные вещи не могут прикоснуться к вам. Грамма-катха значит материальные разговоры о каких-то личных интересах, но когда вы слушаете Харикатху от Шрилы Бхакти Прамода, Пури Госвами Махараджа, Шрилы Кешава Госвами Махараджа, вас, поскольку вы слушаете внимательно, то, по крайней мере, на это время вы освобождены, вы обретаете благо, а если вы не искренне, то проблема в этом. И что делать? Когда бы не происходила настоящая харикатха, она подобна огню, то в то время грамма-катха, она просто сойдет на нет. Грамма-катха значит материальные разговоры. Махапрабху уже дал совет Рагунатху Дасу Госвами. Не стремись ни к какой хорошей еде или хорошей одежде, не слушай ничего материального, не говори ничего материального. Вот это такой совет Джада Бхарат Махараджа.
Прастуяте грамма катха вигата нишабьяманам анудинам. Day and night continuously, non-stop. День и ночь продолжай. If you go on hearing, если ты будешь слушать харикатху, нишабьяманам анудинам. И те мумукши, мумукши, значит, те, кому надоела эта материальная жизнь, они присытились ею, они также могут развить свой разум и силу совершать баджан снова. Мати значит ум. Иногда мати значит ум. Иногда ваш ум действует как подобно подобно проститутке, подобно такой скверной женщине аби на санскрите. И патита. То есть, по-падшему существу, ваш ум иногда может действовать как целомудренная женщина, иногда как нецеломудренная. Он может вас кинуть, помешать вашей решимости, вашим намерениям. И завтра я буду говорить об Аджамиле, какой великий браман был Аджамил. Он был у него был безупречный характер, но что случилось с ним? Он был прекрасный браман, и что с ним случилось? Майя, она настолько могущественна. И этот браман, он пал. Я докажу это. И вот Джада Бхарата говорит, о царь, ты знаешь, почему я делаю так, как сумасшедший, ты знаешь, какова причина за этим? Почему я путешествую везде, подобно сумасшедшему, какова причина за этим, ты знаешь? Давай я расскажу. अहम् पूरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुतसंग वाद्या। Previously I was king, you see. Раньше я был царем Бхарат Махараджем. Может, ты изучал историю и знаешь мое имя? И тот Бхарат Махарадж это я. Я был царем. अहम् पूरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुतसंग वाद्यो И так или иначе, я из-за общения с оленем, олененком, я попал в такую ситуацию. О Господь, я сокрушался так долго, что я совершил такую ошибку. Из-за этой ошибки я обрел тело оленя, сейчас обрел тело брахмана. Я собирался стать успешным в своей первой жизни. Общение это. Может, мои слова очень жестки для вас, но я должен говорить, если вы будете поддерживать сасангу всю вашу жизнь, то вы станете успешным, иначе нет вообще. Все время вы должны научным образом подсчитывать, совершаем ли сатсангу или асатсангу, что я делаю. Под именем сатсанги вы можете совершать асатсангу, также будьте осторожны. Вы должны знать, что такое сат, что такое асат. Иначе любой может обмануть вас. Сначала вы должны знать, что такое сад, что такое истина, что такое ложь. Я уже говорил много раз об этом.
Many times in the fifth canto also yesterday I told. So now aham pura bharatunam raja vimukta dushto satasanga vadya. I was doing bhajan, aradhana. Yeah, sarashal bhajan. Iho mano mrigo bhavam mrigo sangyad hatartho. Aha, my all bhajan gone. И вот мой bhajan, он ушел, я страдал очень сильно. Сейчас в этой жизни я не хочу общаться ни с кем. Tomorrow I can discuss this point, vital point. И сегодня, завтра я скажу то, что говорил нам Шрила Прабхупад на эту тему. Это очень важно для нас, Гауди, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Это очень это главное для нас, что говорит он и что говорит Шрила Бхактисиддханта Тхакур. Я начал с этой шлоки. Bayam dityo vinivishatahasat ishat apatasya viparyaya siddhi, I told this one. At the same time I told what Popa told. И в то же самое время я сказал, что сказал Шрила Прабхупад, если я стремлюсь пути, который ведет к абсолютной истине, то так я должен игнорировать бесконечные голоса мирской мудрости и слушать голос только той самосознавшей себя личности. What kind of advice my father going to give me? Mother going to give me? My teacher? Economical advisor? Doctor? This big person I'm there with. Какие-то материальные люди, то какой смысл от них? Minister? Who care man? In the name of bhajan spiritual leader, you can get different kind of unusual advice. Баджанам часто происходят какие-то безосновательные вещи, которые не имеют под собой научные основы. Если вы будете слушать это, вы будете обречены на смерть, поэтому очень внимательно. Будьте внимательны, и поэтому Шрила Прабхупад говорит, если я ищу путь, ведущий к абсолютно истине, я должен игнорировать бесконечные голоса мирской мудрости и слушать только голос той самосознавшей себя души. Я сказал это перед самым началом, что я хочу принять того гуру и вайшнава, которые могут даровать мне несомненное, наивысшее благо, не процентом меньше. Я не заинтересован в том, ну, чтобы, ну, есть такие гуру, которые только занимаются какими-то материальными делами, могут дать вам только какие-то материальные вещи, если вы примите их, как сказать, наставление, как, например, христиане. Они говорят, что вы очень бедны, мы можем образование вашим детям дать, давайте только христианину становитесь. Даже сейчас можно посмотреть в Кералу и прочие отдаленные места, люди очень глупые, очень бедные, они даже себя покормить не могут, но, по крайней мере, если они станут христианами, то они хоть и выживут. Но Бхагавад-дхарма – это не то, совершенно другое. Бхагавад-дхарма – это настолько великая и могущественная. Бхагавад-дхарма, она... Вы увидите силу и могущество тех, кто следует Бхагавад-дхарме. Они не заинтересованы ни в каких материальных вещах. Я говорю об абсолютной истине. Если хотите слушать, не хотите, уходите. Мы нам все равно, что вы хотите. И вот я говорю так, поскольку это происходит. И таким образом эти брахманы Джадабара, они Джадабарат, он описывает адские планеты,
этот материальный мир, и что говорит все читания Махапрабху. Этот мир, он горит в лесном огне материального существования. Это население зовется... Лесом. То есть это есть лес. Это все население, оно сравнивается с лесом. И в этом лесу огонь всегда, всегда какой-то пожар возникает. И вот, и вот он описывает этот материальный мир. Ты думаешь, ты получаешь какой-то вкус, живя в этом материальном мире. Шрила Гаукишвардас Бабджи Махарадж, он совершал баджан. И какие-то домохозяева, они пришли, приехали из Шантипура. С женой кто-то приехал из Шантипура. И он хотел жить как ванапрастха. И вот он пришел к Гаукишвардасу. Он спросил, что ты хочешь, хочу баджан совершать. Ну, совершай, хорошо. И однажды он пришел опять к Гаукишвардасу Бабджи Махараджу. Он знает все. Ты совершаешь баджан? Да. А жена? Вместе? Не по отдельности. Мы в ванапрастхе, моя жена живет отдельно, я отдельно живу. Ну хорошо. А ешь что? Ну как, жена готовит для меня, а я ем. А сегодня что ты ел? Мунгдал ел и жареные баклажаны. И Гаукишвардас Бабджи Махарадж посмеялся, ты совершаешь Кришна Баджан. И как ты можешь есть баклажаны? Дал и райс, которые... So nice chana rasa. How you are taking? You don't feel sigh? Ну, которые... You are losing Krishna. All your loss. How you feel? Inspiration to take chana rasa. Ты потерял Кришну, как ты можешь... You know, puri, kachuri. How? Вообще чувствовать такое вдохновение к еде, and если ты sure потерял Кришну. И будь уверен, что... Если твоя жена готовит для тебя, то ты общаешься с ней, не общаешься, она отдельно живет. Но через это, как сказать, через эту готовку она общается с тобой. И понимаете, это такое, то тонкие аспекты общения, они непостижимы. Ваш ум не всегда может достичь этих тонких уровней. Только самоосознавшая себя душа может знать все. И вот Гаукишвардас Бабджи Махарадж говорит, вы знаете, через это, то, что ты ешь то, что готовит жена для тебя, жена общается с тобой. Ну, правда, да. Ты должен сам готовить, предлагать это Кришне, и потом отдавать это жене, пускай жена поест, а потом что-то останется, ты можешь это съесть. И вот смотрите, это какая концепция Джайдева Госвами, он великая личность, великий вайшнав. Что вы можете услышать от меня, как долго? Maintain your, no? Very hard, but still true. Это очень тяжело, но это истина. И царь, после того, как он выслушал все эти слова, он произнес. И вот Рахуган начал плакать и говорить, о, по милости Господа, я получил это человеческое тело. Guru Krishna Prasadipai Bhagavata. Sometime
Иногда в нашей прошлой жизни мы были змеей, тигром, шакалом или еще кем-то, а сейчас мы стали людьми. Вы не знаете, что было в прошлом. И Ракуган, он плакал и рассказывал свое чувство, что он узнал от Гурудева. Na yadrisa kesa jasahakratatmanam mahatmanam vapachuroho samagamaha Aho nijanma khila janma sovanam King janma vishtu apurirapyamis Another kind of birth I cannot expect. It topmost. И вот в Индии, в этой Индия – это место духовного развития, и те мудрецы после долгого размышления, они дали нам огромное количество духовного знания, но мы настолько глупы, что не готовы принять это. И здесь во многих местах можно найти разных риши муни, но сейчас все очень плохо. Aho janmo, aho, aho ni janmo, khila janmo sovanam. Now I'm taking birth in India. И сейчас я принял рождение в Индии как человек. У меня и что же говорить о других рождениях в этой жизни? Она очень благоприятна. King janmo vistu aparayropya musmina. Now я specially in this India. Особенно в этой Индии. Когда мы получили это человеческое тело, у меня есть возможность встретиться с саду и слышать от них о славе Шри Кришны. Это только в Индии, особенно это возможно в Индии. Обычно мы не получаем саду санги. Если мы находимся в какой-то Коста-Рике, там, во Франции или в Италии или еще где-то, то обрести саду-сангу достаточно сложно, а в Майпуре проще, ну или вообще в каких-то других святых местах. И поэтому... And today I get the chance to meet with you. И сейчас я настолько удачлив, что я повстречался с тобой, и за доли секунды я избавился от всех моих материальных привязанностей, и когда ты встретился на моем пути и начал говорить, все материальные оковы, они ушли из моего сердца. И Ракуган он продолжал плакать и говорить. Nahi adbhutam tat charanabjaranavir hatang hasang bhakti radhukhaji amala mahortikad yasso samagamat chame dustarka mula apato avivekaha. I was put it into ignorance. Я находился в невежестве, в полном невежестве. И это неудивительно, что я встретился с тобой и получил милость от тебя. Я взял пыль с твоих лотосных стоп, и она даровала мне разум. Махути. И вот всего за мухоту, всего за 24 минуты мое сердце очистилось. Я развил преданность лотосным стопам Шри Кришны. I was no, you know. Я Вивек значит сознание.
У меня не было сознания раньше. И когда я встретился с тобой, и благодаря твоему общению я обрел освобождение. Я не мог узнать тебя, опознать. Ты был подобен сумасшедшему. И сегодня, лучше с сегодняшнего дня я буду выражать мое почтение всем. Ji brahmanagam avadhuta linga charanti tibhyo sivamastu ragyam. И с сегодняшнего дня я не буду ничего говорить, я не знаю, кто где, кто пришел, в какой форме, и тем великим личностям я буду выражать свое почтение. И детям я тоже буду выражать почтение. Кто знает, кто, что это за дети, может, Ваманадев или еще кто-то. Взрослые, средние возрасты и пожилые, и браманы. И всем, и в различных формах, все, кто приходит, я им все буду выражать почтение или авадхуты. Кто знает, может, они как сумасшедшие ходят, но они не сумасшедшие, может, они некие великие личности, кто знает. Я выражаю свое почтение всем. This material life, you know, very dangerous. This way, Jarabharati Maharaj going to give a nice description of the material world. After that, описал этот, описывает этот материальный мир, потом описание времени, места, обстоятельств. Also about hell. Hell, you know? И о адских планетах он также говорит. Он Паричат Махарадж спрашивает, что такое ад, где он находится. И его Гурудев отвечает, ад – это то место, которое поддерживается Ямараджем, чтобы наказывать тех, кто совершает ошибки, грехи и согласно степени тяжести их грехов. Совершенные какими-то конкретными людьми Ямарадж их наказывает. В Ямапуре, в месте Ямараджа, так много разных видов адов для каждых конкретных наказаний. Но ну, очень такие страшные описания там приводятся. И вот о времени, месте и материи, и пространстве, то есть Сукадев Госвами говорит, и Парикшит слушает. Я уже сказал, что девять этих областей варш. И я уже сказал, что в различных варшах каждый представитель варши, они в каждой своей варше занимаются своим определенным баджаном. И вот Шукадев Госвами, он описывает Илаврита Варша. Баба и Бавани, Бабу and Бавани, Шанкар and Парвати. Баба и Бавани, Шанкар и Парвати, они там совершают баджан. И они поклоняются Санкаршану, поскольку Гурудев Санкаршана, Гурудев Шанкар Бхагавана, Шанкар Санкаршан. И они вместе со своим окружением они поклоняются в той Илаврита Варше. Я только мантры произнесу и все. Слушайте. И как Шанкар Бхагаван поклоняется.
Махапурушайо Саравагуно Шанканая Нантая Вьяктаю Намо Ити Бхаджи Бхаджанья Ранапада Панкаджам Бхагаса Кришнасья Парампараянам Бхактесуалам Бхавиту Бхута Бхаванам Вавапахам Там Вавабхавамишварам. This way with mantra. Ом намо Бхагавате Махапурушаю Сарвагуна Санкьяна Санкьяна Нантая Вьяктаю Намо Ити. In different Варша, и вот в различных варшах, вот, Бхадрасава Варша, Адхай татхачо бхадрасраванамо дхармо сутастатпу таткуло патайо пуруша бхадрасо варсе шакшат бхагавато васудевасьо приямтанум дхармамаим хайосирша виданам парамена самадхина санни дхаппедам абхигриннанта упадхаванти. Is speaking this mantra and worshipping one form of that Vasudev, Hayashirsa. Hayashirsa means his face is like horse. Hayashirsa. So Bhadrasa, the representative kept by Supreme Lord, is doing bhajan there. Which mantra? Ong namo bhagavate dharmayatmo vishodhanayo namo iti. This way. This mantra. В Бхадрасе Варше этой мантрой поклоняются. Ом намо Бхагавате Дхармаятма Вишоданайо Намо Ити Ахо Вичитрам Бхагавад Вичеститам Грантам Джанувайам Химисано Напасвати Ахо Вичитрам Бхагавад Вичеститам Грантам Джанувайам Химисано Напасвати Дхайан асаджар хивикарма севитун нирхитта путрам питарам джиживишати. So this mantra and after realization what is и вот эта мантра, и потом что он чувствует, произнеся эту мантру: «О Верховный Господь, мы не можем осознать Твои действия. Ты настолько милостив к нам». И этот материальный мир, он полон майи. Они не могут понять тебя. Если они могут понять тебя, то они могут быть спасены от этой материальной опасности, но они не могут избавиться от влияния майи. Отец играет в карты, например, я вот видел на улице, но... и он узнал, что его сын умер. И его семья выходит, кричит, что ребенок умер, он кинул свои карты, пошел смотреть, он какое-то время, они поплакали, понесли в крематорию этого умершего, сожгли, приняли омовение в Ганге, вернулись, и через какое-то время он думает: был хороший сын у меня. Но он умер, и потом он забыл все, опять пошел в карты играть. И это майя, что он забыл все, и описывается здесь. После того, как они сожгли своего сына, отец хотел жить долгое время, но это... состояние в этом материальном мире, а в Хари Варше там Прахлад Махарадж поклоняется Нарисимха Бхагавану. Дайто данава кула тиртхи карано сила чаритаха
Парладу Абхьябхудхьяна Ананна Бхакти Йогена Сахо Тад Баршо Пурушай Рупасти Иданчо Иданчо Дахаранти. So Prahlad Maharaj also there with his full, you know, followers. И Прахлад Махарадж вместе со своими спутниками он совершает баджан. Ом Намо Бхагавате Си Нарасингхайо Намасте Джасти Ясе Авир Авир Бхаво Авир Авир Бхава Вайранако Вайдадамшто Кармо Саяно Рандайо Рандайо Тамо Гасагасо Ом Суха Авайм Авайм Атмани Вишта Ом Кром Ити. Это Прахлад Махарадж такими мантрами он поклоняется, и в каждой конкретной варше можно найти. И вот следующая варша, Кетумал варша, Камадеву поклоняются. Перед этим Прахлад Махарадж сейчас продолжим с ним. Слушайте внимательно. Я объясню эту шлоку. Те, у кого есть акинчана бхакти, нет никакого запаха посторонних желаний. Все полубоги, у них в нем все полубоги с их качествами пребывают в том, кто совершает баджан. Хару бхактасу куто махадгуна мануратина асато дхавато вахи. И те, кто не преданы, у них не может быть великих качеств. Эти великие качества, они могут быть только с гуру и вайшнавами и нигде иначе. И таким образом в каждом... In every dipa, в каждой дипе можно, есть каждый представитель Господа и конкретные мантры. И в Кетумале, Кетумал дип, Кетумал варша, там те, кто совершает баджан, там. Чикилсая Пржапатир Духитринам Путрананчо Тадбаршапатинам Пуршаюша Ху Ратро Паришанхьянанам Ясам Гарва Махапурушо Махастотеясо Дейито Манасам Биддастав Ясабаха Сангвасваранти Нипатанти. Кетумал Барсе, Бхагаван Камдев, to give the total satisfaction of Lakhidev. And Prajapati Ganer, Konda Ganer, Putta Ganer, Sahit, and together with them, in that Barsa, they are worshipping there, and speaking mantra in his way. Om Hang Hing Hung, Om Namo Bhagavati, Риши Кешайо Сарвагуно Вишешо Билокшитатмани Акутинам Читтинам Четасам Вишешанан Чадхи Патайе Шадосакалайо Шчандо Майайам Найам Найам Мритам Найо Сарвам Найо Сахасе Ojase Balayo Kantayo Kamayo Namaste Vayatra Huyaditi. So you see, nice mantra. Can you remember? Very nice mantra. Ramana, Ramanak Varsha, they also you can find. Следующего Варша. There is Matsu Bhagavan. Matsu Bhagavan. You know, Ramanak Varsha. Ramanak Varsha. So, Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджа. Матсам аватар рупам яд барсо пурусасо манохо праку подарситам
Са иданим упи махабхакти йогена арадхайати данчо удахарати. They also, who is doing bhajan Matsavatar? Matsavatar is there, actually. Матсаватар находится в той, ваше Приятама. Not there, but I can speak about that, you know, king. И тот царь, actually, his name is Сатьяврата. Сатьяврата. В дальнейшем будет. Рамакича Бхагаватаху Приятамам. Матсам аватар рупам тад барсо пурушасья манохо самьяк манохо прак падаршитам са идани мопи маха бхакти йогена арадхайати данчо удахарати. Again I can read. Раммаки, раммаки ча бхагаватахо приятамам. Матсам аватар рупам тад барша пурушасья манаха прак падаршитам са иданим опи маха бхакти йогена арадхайати данчо удахарати киваджан. Ом намо бхагавате мукхоттамайо намо саттвайо пранау йосе сахасе валайо махаматсайо намо ити. This way. И таким образом совершает баджан. Следующая ваша. Там представители. Там Матсадев был. Рамана Кеварша. А здесь Хираньмая Варша. Приоттамам, эттонум арьямам, сахуварша пурушей, питри, ганади, патир, упадхавати, мантрам, иданчо, мантрам, имам, ча, онуджапати. This mantra, онуджапати, who? Hiranyakashipu, the Pritrigan, our, you know, upper planet. They are staying there, Pritrigan. И вот Pritrigan, Pritri, с высших планет. Их зовут вот Нирастасана, Арджама, и они все совершают баджан, и они такой мантры поклоняются, Курмадеву поклоняются. Курма — это Господь в образе черепахи. Ом намо бхагавате апупайо сарво шатто гуно вишешанайо. Намо анупо лакшито сthanayo, намо ватмане, намо бхумне, намо авастханayo, намасте ити. This way Курмадев, this Арджуна, the leader of this, you know, Hiranyaka Varshe, worshipping this way, Uttarechu Kuru Varsho, now. Следующая Куру Варша. Куру Варша, there, Куру Варша там Варахадев аватар. Он вечно поклоняется своими последователями. Иманчо парамам упо нишадам авартаяти. Авартаяти. What speaking? Ом намо бхагавате мантро танто лингайо жагга куртаве. Ом намо бхагавате мантро танто лингайо ягья куртаве махадхарайо. Махадхаравайава, Махадхаравайавая, Махапурушая намо, Карму Суклайо Триджугайо, Намастейти. This way worshipping very nicely. Also in King Purush Varsha, there is actually Ramchandra being worshipped by King Purush Varsha. Maharaj. Lakshma. Very nice. Economic Shodhai. 19 adhyay. Yeah, I can discuss some important things everywhere, but time is very limited. Sukadev Goswami is taking
Кинг Пуруше Варше Вагавантам Ади Пурушам Лакхана Граджам Ситави Рамам Рамам Татчарно Санни Карса Вирату Парамо Вагавату Хануман Саху Кинг Пурушейр Авирато Бхакти Рупасте Аришти Бачан Арсти Сенена Саху Гандарбай Рануги Аманам Парамо Кальяним Вартир Бхагавад Катхам Самупасранунти Идан Бача Свайм Идан Чагайати Синати Hearing and also Гайанти What speaking? Ом Намо Бхагавате Ом Намо Бхагавате Уттама Срокайо Намо Арджо Лакшано Сило Вратайо Намо Упо Шикшитатману Упасито Локайо Нама Шадху Бхаданика Санайо Намо Брахманна Девайо Махапурушайо Махараджайо Намо Ити О Рамайо Рамабирам Хануманджи Махарадж now giving one excellent teaching. И вот Хануман дает нам такое учение. Хануман говорит, я говорил в день Рамнавами об этом, в Дауджи Мандире во Вриндаване. A good family and a good, you know, educational quality, vidya, nice looking, high family, from high family. You know, this is not all the quality for why Ramchandra becomes satisfied. Nothing is there with Ramchandra. Ramchandra never expect that kind of thing, only want heart. Рамачандра, он смотрит только на сердце преданного, а не на его происхождение, образование, родословную и еще какие-то качества. Если это те качества, то есть Хануман говорит о себе, что смотрите, я просто животное, обезьяна, выгляжу ужасно. Образования нет, происхождения нет. И это не те качества, почему Рамачандра, он готов даровать свою милость. И также Бхаратварша, сейчас мы дошли до Бхаратварша. Bharatiyopi Varshe Borsho is one Borsho, one Borsho is not island. Bharatiyopi Varshe Bhagavan Naro Naranacho Akalpantum Upochito Dharmagyan Viragoisaryo Posamo Paramatmo Upo Lammanam Onu Gruhayatmo Batanu Kampaya Tapo Abhyakta Gutischarati. There also there we can find Naranarayan is doing bhajan. И вот можно найти Наранарайана Риши, который совершает бхаджан там. And speaking this Bhagavatam. Ом Намо Бхагавате Парам Бхаджан Ом Намо Бхагавате Упасамо Силайо Порататманайо Бхаджан Ом Намо Бхагавате Упо Силайо Порататманайо Натмаю, Намо Акинчана Витваю, Риши Ришабхаю, Нару Нараянаю, Парамахамсо Парамагураве, Атма Рамадхи Патайи Намо Намо Ити. This way, in this Varsha, also, is doing bhajan nicely, speaking very nicely. So this way, you see, those demigods, и таким образом, те полубоги, они хотят родиться в Индии, в Бхаратварше. Завтра буду об этом обсуждать более подробно. И после этого можно до шестой песни
So now I like to stop here actually. Дойдем в обсуждении. Девуга, и те полубоги, они молятся, они хотят родиться в Индии, вот в этой шлоке. Actually, I like to stop here today. Vanchakalpa Guru Sri Vasanu Bhavishu. Nine Varsha I describe in different places. You can see they are worshipping. Махарадж рассказывал про те мантры, которыми поклоняются в каждой конкретной варше. No, actually, it's a long discussion. I can discuss. I can remember. It's not Madhyamadhikari, not actual half doctor. If Madhyamadhikari has three stage, first stage, second stage, third stage. I can speak in details, not half. I can speak in details. Very nice question you are putting. So, very nice question. Very intelligent.